Да, 16-й позиции сложнее будет, но ничего, прорвемся. Чем не легче. У нас такие дебилы, а? Ну какие же мудаки, просто честное слово. Вижу тебя на твоем зелененьком. Еврейский король пришел, блин. Он на первом скоте, но это читер долбанный. У него совершенно нереальные результаты там были. Сейчас я уже в тебя упрусь. Ой, блин, это я в тебя долбанулся. Ты боком стоял, что ты поделаешь? Вот сволочь, какая-то тварь меня тащит, а? Так вот, это что, дебил сам улетел в тюрьму, придурок. Все, меня убили. Да, убили, ну да, понятно, насмерть. Да. Ну ладно, я пока живой на 9-й позиции. Посмотрим за тобой. О, блин, а мразь тупая, а. Тебя вынесли. Ну да. Сейчас еще долбанут. Нет, это неинтересно, уже пошло. Это хрень. Поборемся за десятку. Эй, чувак, ну ты ехай вперед, давай, я тебя не хочу убивать. Живи пока. Блин, отвали, моя очередь. Все, критическое повреждение. Да кто вот там? А, это тот чувак, которого я обошел аккуратно. Он у тебя впереди. Да. Все равно 12-й. Что делать? Пока ехать. 11-й? А вот сейчас этот чувак убьется, и я дальше смог. На базе этой игры можно новый форсаж фильм снимать. Не знаю, здесь как-то все в сельской местности происходит. О, черт, ну ладно, я немного потерял здоровье. Поборемся за десятку с этим чуваком. А, вот он колупается тут. Ой, я уже 9-й. Он кого-то убил и сам убился. Так что он тебе помог. Ну тогда мы поборемся за подиум, правильно? Ты 8-й. Чего же мелочить? Ты 8-й. 8-й, видишь, да, все, идем к подиуму. Отлично. К успеху, как говорится. Ай! Не туда попал. Ну ладно. Еще критическое. А что не пишет критическое? Оно уже давно критическое. Это еще и не последний круг, ё-моё. А еще один. Чтобы держись. Сейчас у меня будет быстрый круг относительно. Не знаю, как там на убитой тачке круги идут. 1.13.67. Думаешь, неплохо? Прошлый, да не, вроде у меня 1.10 был. Конечно, тогда... Да что за нахер? Да врезался в эту шину долбаный, еще и здоровье потерял. Ну ладно, в принципе, все. А, уже 7-й, да? Ничего не делаю, позиции улучшаются. Уже победитель есть, а я все еще здесь.
Молодцы. Вряд ли финиширую. Ну, посмотрим, попробуем. Жизни мало у тебя. Да не, я думаю, доеду, да, если никто меня не удолбанет. Там уже в чате ругаются. Да. Какой-то граф пишет, что не знает. Слушай, я успею или нет, думал водитель. Так. О, финиш, ты даже успел. Я успел. Ну что, нормально, седьмое место. Да, седьмое место. И время круга, смотри, у тебя хорошее время круга. Да неплохое, конечно. Я потому и здесь. С убитой машиной.